Сегодня на нашем стадионе Ахметской гимназии праздник, первый матч нового сезона, и футбольная команда Ярви принимает команду Ливадия У-21 из Сталина. Это дубль основной команды Ливадия Таллин, многократного чемпиона Эстонии. И сегодня мы с вами посмотрим первую игру чемпионата. Как мы видим, работники стадиона прекрасно подготовили поле. Кругом сугробы, а поле у нас зеленое. И даже снега на асфальте нет. Сейчас диктор по стадиону объявит составы команд. Я вам их потом напомню. А пока игра начинается. И первый удар по мячу проводят наши легионеры. Ваша Кемухташвили и Илья Медведев произведут начальный удар по мячу. Игра началась. Кидывают нашим центральным защитникам. Денис Куликов играет с Лебедевым. Лебедев отдает своему вратарю Виктору Гусеву. Гусев играет на правый фланг. Там у нас Денис Комшин до мяча не добрался. Мяч уходит в аут. Игроки. Нету? Нет, я не видела. Игра продолжается. Мяч опять у Виктора Гусева. И он ведет мяч свободным от ворот. Играет через Тихонов. Тихонов обратно мяч отдает Гусеву. Гусев будет длинной передачей вводить мяч. Длинную передачу делает на Илью Медведева. Но центральный защитник выбивает мяч головой. На подборе Алексей Тихонов. Нарушение правила на нем. И футбольный клуб Ярви будет недалеко от центральной линии проводить шафной удар. У мяча Денис Комшин. Денис Комшин делает передачу. Но она не точная. Мяч уходит в аут. Аут ведут игроки Ливадии. Чего вы не поднимаетесь? А? Чего не поднимаетесь? Оттуда не лучше? Слышишь, нет протокола у меня гостей. Протокола гостей нету? Да. Может, Кристина, это самое, скажи кому-нибудь, Кристина, скажи, или еще кто-нибудь. Зачем? Там нормально, да. Игра продолжается у нас. Теперь нарушение правил со стороны игроков Ярви. Разыграли быстро игроки Ливадии. Играют между своими центральными защитниками. Перевод мяча пошел влево. Слева начинается атака. Денис Куликов выбивает мяч в аут. Игроки Ливадии ведут мяч из аута. Бросает до своего нападающего. Мяч попадает к Борчуку. Борчук играет с Язевым. Опять атака начинает Ливадия. Играет на своего 25-го номера. Тут играет Стенко, но теряет мяч. Мяч у Тихонова. Тихонов на Лашу. Лаша. Мяч попадает в руку. Судья определяет игру рукой. Быстро разыграли игроки Ливадии. Игроки Ливадии владеют мячом. Опять наши игроки нарушают правила. Марчук. И Ливадия опять разыгрывает. Владеет мячом. Теряет мяч. Мяч у нашего Ласы. Харитонович на Тихонова. Тихонов. И пошел к мячу. Мяч у Николая Марчука. Марчук играет через Илью Язева. Язев обыгрывает двух игроков, проходит вперед, бросает вперед Комшина. Комшин в подкате не достает мяч. Игроки Ливадии перехватывают этот мяч. И мяч уходит в аут.
Акилеваде в виде мяч Саута. Очень активен у них 16 номер, и вправо, и слева подключается Роман Лебедев, выбивает мяч в аут. Аут бросают игроки Левади. Денис Куликов перехватывает мяч, играет грудью. Тихонов падает. Мяч опять у Левади. Левади контролирует мяч, отдают своему вратарю. Вратарь играет на своего крайнего защитника. Перевод. Михаил Харитонович перехватывает мяч, играет через Марчука. Марчук далеко отпустил, но играет на Лебедева. Лебедев играет со своим вратарем. Гусев с мячом ищет партнеров. Пока передача. И делает длинную передачу на Медведева. Защитник играет головой. Илья Язев атакует защитника, тот отбрасывает вратарю. Вратарь играет на крайнего защитника. И тот посылает вперед, обыгрывает Дениса Комшева, но Денис Куликов отбирает мяч. Илья Медведев на Лашу. Лаша чуть не перехватил мяч. Никита Апец с мячом. Будет передача. Передача на Лашу, но перелетает мяч. Илья Медведев перехватил мяч. Никита Апет бьет по воротам, но мяч срезается с ноги. И свободным ударом Левадия ввела мяч через своего защитника. Защитник опять передает вратарю. Вратарь медленно вводит мяч, отдает на край. И от защитника мяч уходит в аут. Сегодня Ярви, диктор по стадиону, объявил. Я вам напомню сейчас потихонечку состав, в котором мы играем. Сейчас наши на чужой половине поля Михаил Харитонович будет пробивать штрафной удар и будет посылать мяч. Будет посылать мяч штрафную площадку. Нет, к мячу подошел Лаша. Кибухташвили будет делать правой ногой передачу в район штрафной площадки. Разбегается. Пошла подача на ближнюю штангу. Илья Медведев поборолся за мяч. Мяч уходит за линию ворот, свободный удар. И футбольный клуб Ярви играет следующим составом. Вратарь номер 16 Гусев Виктор, номер 26 Комшин Денис, номер 5 Куликов Денис, номер 14 Лебедев Роман, номер 99 Харитонович Михаил, номер 42 Тихонов Алексей, номер 4 Марчук Николай, номер 77 Язев Илья, 19-й Кибухташвили Лаша, 27-й Апет Никита, 17-й Медведев Илья, запасные игроки. Вратарь Сухомятников Максим. В этот момент Илья Медведев выводит Тихонова один на один. Тот бьет не сильным ударом, и вратарь забирает мяч в руки. Очень опасный момент был, можно сказать, 100% голевой, но почему-то силы удара или точности не хватило нашему полузащитнику. Запасные игроки номер 1 Сухомятников Максим, номер 22 Засухин Всеволод, номер 18 Хлобыстин Александр, номер 20 Типукин Григорий, номер 15 Габинет Минер Дмитрий, номер 12 Смолин Владислав. Главный тренер Тихомиров Алексей, врач Петрова Валентина, Шкалета Андрей тренер, Иванов Валерий тренер и Абубов Тимур представитель команды. Сейчас Левадия владеет мячом, капитан команды. Пытаются выйти, но мяч уходит в аут. Денис Комшин бросает аут. Нарушает капитан команды. Нарушает правила.
Лаша теперь с другого фланга будет подавать мяч со штрафного в район 11-метровой. И третий номер команды Ливадии выбивает мяч на угловую. Подает угловой Лаша. И опять капитан команды, шестой номер, выбивает мяч туда же на угловой. Опять грузинский легионер Ярви будет подавать угловой левой ногой. Разыгрывает с Комшином, подключается Комшин. Передача в штрафную, защитники выбивают мяч. Ваут подальше от своей штрафной. Аут бросается на Алексея Тихонова. И игроки Ливадии снова выбивают мяч в аут. Комшин вводит мяч в игру. Подача на 11 метров. Марчук подхватывает мяч. От его ноги мяч выходит за линию ворот. Тихонов со свободного вратарь выбивал, забрал мяч, отдал Язеву. Язев на Илью Медведева. Комшин опять перехватывает мяч. Мяч у Марчука. Марчука опять теряет. Мяч опять у капитана Ливадии. И атака пошла правым флангом. 15-й номер двигается по правому флангу. Делает передачу в штрафную. Но Виктор Гусев легко забирает мяч. И выбивает его вперед на наших нападающих. Мяч отскочил к Язеву. Язев в центре поля на Тихонова. Тихонов. И точная передача. Ливадия перехватывает мяч. И на нашей половине поля 15-й номер пытается двоих игроков играть. Марчук забирает мяч. Опять неточно. Через капитан Ливадия идет игра. Правый защитник подключился. Делает передачу на угол штрафной. Апит в падении, подкате отбил мяч. Два игрока наши борются в воздухе. Забрали мяч на Лашу. И Тихонов посылает Илью Медведева вперед. Тот выходит. Нет, не выходит один на один. Защитник подставляет ногу, и мяч уходит в аут. Денис Комшин идет к мячу. Будет вводить аут. Бросает аут. Мяч у Язева. Язев обыгрывает своего игрока. Должна быть подача. Еще раз обыгрывает. Игрок Ливадии забирает мяч и пускает его в аут. Игроки Ярви ведут мяч из аута. Это сделает Денис Комшин. Положение вне игры оказался игрок Ярви. Свободным ударом разыгрывает вратарем. Еще раз разыгрывает вратарем. Через левый фланг пошла атака. Наши прессингуют. Тихонов забирает мяч. Обыгрывает игрока. Будет подача в штрафную. Алексей медлит, делает прострел низом. Мяч опять к нему отскакивает. Да. Никита Апит забивает первый гол в сезоне. Первый гол в сезоне забивает где-то на 14-15 минуты матча. Тихонов делал передачу с фланга. Мяч заметался. Штрафную перед вратарем. И Никита Апит сыграл на добивание, забил мяч в угол. 27-й номер команды Ярви открывает счет голам в этом сезоне.
1-0 впереди команда Ярви. Центра поля разыграли игроки Ливадия. Отбрасывают мяч назад. Наш опять прессингует. Борчук почти забрал мяч у 16 номера гостей. Тот отбросил мяч вратарю. Через 6 номера капитана команды игра идет. Через левый фланг пытаются выйти игроки Ливадии. Тихонов в борьбе выпускает мяч в аут. Сейчас игроки Ливадии вводят мяч. Роман Лебедев первого мяча выбивает мяч дальним ударом. Головой защитник сбрасывает в центр поля. Идет борьба. Лебедев нарушает правила в центре поля. Разводят игроки Ливадии. Штрафной удар. И пошла атака правым флангом. Передача вперед. Игра пяткой. Тихонов борется за мяч. Забрали мяч. Денис Куликов выбивает мяч. Второй Денис, но уже Комшин, отправляет мяч на чужую половину поля. И защитник в борьбе с Ильей Медведевым выбивает мяч в аут. Комшин вводит мяч руками. Бросает на Илью. Илья отбрасывает обратно ему. Передача пошла назад. На Язева не точно. Комшин поборолся с игроком в зеленой форме, но мяч ушел не в пользу наших игроков. Ливадия ввела мяч, с центра поля отбрасывает мяч своему вратарю. Вратарь владеет мячом, Илья Медведев атакует его. Тот выбивает мяч прямо на Илью Язева. Илья Язев бьет поворотом, не точно получился удар. И опять отворот ведет вратарь Ливадии, ведет мяч, и игра возобновится свободным ударом от ворот. Вперед идет передача на нападающего. Денис Куликов головой выбивает мяч. Вау. Быстро бросили аут. Мяч у Харитоновича. Харитонович владеет мячом. Бросает передачу на Апита. Апит потерял мяч. Но в подкате. Харитонович в подкате выбивает мяч. Вау. Ливадия бросает мяч вперед. Углового флага. Опять мяч уходит в пользу Ливадии. Ввели мяч футболисты Ливадии. Потеряли его, неправильно был введен мяч, судья определил. Харитонович, выбивая мяч, посылает его за пределы стадиона. Пока наши разбирались, Ливадия ввела мяч. Сейчас последует удар по воротам, корявеньким он вышел. Срезка, то есть. Ливадия вблизи нашей штрафной. Апит поборолся второй раз в подкате. И первый мяч Никита Апит забивает. И первую желтую карточку в сезоне получает Никита Апит, 27-й номер нашей команды. Будет подача в нашу штрафную. Игроки в зеленой форме потянулись вперед на линии штрафной. Будет подача. Идет подача низом. Денис Куликов легко справляется с этой передачей и выбивает мяч в аут. Ввели Ливадия мяч с аута. Потеряли его мяч и упускают сами его в аут. Ярви бросает мяч с аута на Лашу. Лаша борется. Миша Хлитанович
боролся, но потерял мяч. Пошла атака на наши ворота. Подача на 11 метров, перелетает через центрального защитника и нападающего. И Гусев забирает мяч в руки, ведет его для того, чтобы игра опускает мяч вниз и левой ногой вводит мяч на Лашу. Защитник оказывается выше. Язев подхватывает мяч, от его ноги уходит мяч в аут. Два игрока вступили в борьбу. Да, Илья Язев двигается вперед, но его сбивают. И штрафным ударом игроки Ярви ведут мяч в игру. Напомним, что счет 1-0. Футбольный клуб Ярви ведет, забив гол на 15-й минуте матча. Коля Марчук с мячом, потерял его, мяч выбивает центральный защитник сильным ударом. Роман Лебедев головой выбивает мяч, Тихонов борется с капитаном. Те перешли на нашу половину поля, Апет вернулся обратно. Сейчас видно, что Язев и Апет, наверное, по установке тренера поменялись краями. Никита Апет продолжает игру на правом фланге, хотя начинал на левом. А Илья Язев, наоборот, играет слева в полузащите. Харитонович поборолся, забрал мяч. Илья, пытаясь обыграть двух игроков, потерял мяч. Но Коля Марчук в середине выбил мяч из ног, из-под ног защитников. Мяч Лебедев бьет вперед. Сейчас летает мяч туда-сюда. Тихонов в центре поля забирает мяч, но опять капитан Левадия фолит уже какой раз. Не знаю, удостоится он желтой карточки или нет, но уже, по-моему, заслужил. Разыграли наш мяч. Илья, Денис Куликов играет через Романа Лебедев. Лебедев на Харитоновича. Харитонович длинной передачей бросает вперед. Но не поняли, наверное, Марчук головой выбивает мяч. Ильи Медведев, Илья на Лаше. Но центр поля. Опять Марчук поборолся. И перешли на нашу половину поля. Тихонов забирает мяч у 19 номера гостей, на Илью Медведева. Илья Медведев играет грудью, но наши игроки не подобрали мяч. Марчук опять атакует. Пас 3 номера. Те отбрасывают мяч вратарю. Вратарь длинным ударом на Дениса Комшина. Боковой арбитр Каролин Кайвая определяет положение не игры у команды гостей. Наши вели мяч. Передача на фланг. Денис Комшин не успевает немного. Мяч уходит в аут. Левадия вводит мяч. Игра продолжается. Левадия владеет мячом справа. Почему-то свободный игрок, он владеет мячом, останавливается, сбрасывает назад. Опять игра идет через капитана. Капитан на линию штрафной, бьет поворотом, но мяч попадает в Дениса Куликова. Лаша отошел назад, сыграл с Тихоновым. Тихонов, выбивая мяч, попадает в игроков. Коля Марчук выталкивает мяч, но опять мячом Левадия владеет. Наши защищаются. Передача на угол штрафной.
Борьба идет. Можно подумать, что было вне игры, но я не подняла флажок. Я Язев, давая передачу Халитановичу, немного ошибся, а он бросает наши гости, игроки Ливадии. У-21, так она сейчас называется. В прошлом году называлась команда Ливадия 2. Опять Ливадия владеет мячом. Последние 5 минут игра больше на половину футбольного клуба Ярви проходит. Сейчас, наверное, и процент держания мяча побольше у Ливадии. Но вот неточная передача, мяч уходит в аут. Игроки Ярви ведут мяч из аута. Это сделает Михаил Харитонович. Бросает мяч на Лашу. Лаша высоким длинным ударом выбивает мяч. Илья Медведев поборолся на Никиту Апита. Подхватили мяч. Комшин подключается. Но успел защитник, 27 номер, поставить ногу. Лаша в центре поля бросает аут. И Денис Комшин это сделает. На табло 26-я минута заканчивается первой половины игры. Мячом владеет Ливадия, через своего вратаря играет. Сейчас пойдет передача. Пять защитников. И игроки Ливадии пытаются вытянуть, наверное, наших игроков. Катает мяч на своей половине поля. Наши заняли оборону. И пока мяч на чужой половине поля. Вот тут идет дальняя передача. Харитонович забирает мяч на Язева. Язев играет на Марчука. Марчук забрал мяч, играет на Тихонова. Тихонов не потерял мяч. Лебедев на Харитоновича. Харитонович владеет мячом. На Тихонова его атакуют два игрока. Тихонов теряет мяч. И игроки пошли в зеленую форму, пошли в атаку. Вошел в штрафную. Сейчас будет подача. Подача. Пятнадцатый. Прошла подача. Мяч от нашего игрока отскочил. И пятнадцатый номер команды гостей забивает ответный матч. На начале 28-й минуты. Счет становится 1-1. Неоправданная опять потеря Тихонова. Привела голу в наши ворота. Наши разыгрывают мяч в центре поля. Тихонов бросает на Дениса Куликова. Куликов потерял мяч. Виктор Гусев выбил мяч далеко, и сейчас Тихонова толкают в спину и ведет мяч. Мой удар нашего мяча. Будет разыгрывать с Ромой Лебедевым. Рома Лебедев делает передачу на Язева во фланг. Язев обыгрывает своего игрока, делает передачу, выбивает защитник центральный на подборе. Первыми оказались игроки Ливадии. Капитан упускает, Ливадия упускает мяч. Вау. Пятнадцатый номер упустил. Харитонович бросает аут на Апита. Опять бросает аут на чужой половине игроки Ярви. Миша бросает на Марчука. Нарушение правил.
Игроки Ливадии будут пробивать штрафной удар своей половины поля. Играют через своего вратаря. Центр, 10 номер владеет мячом. Мяч на правом фланге, а там выигрывает длинная передача, мяч через Лебедева перелетает, через Куликова, и Гусев выбивает мяч. Опасный был момент. Ливадия перешла на нашу половину, но 27 номер не успел к мячу, пустил его в аут. Комшин бросает мяч на Марчука. Марчук на Лашу. Лаша обыгрывает игрока, но получает удар по ноге. И судья Мартин определяет нарушение правил. Комшин начинает через Куликова. Куликов возвращает назад своему вратарю Гусеву. Гусев будет делать длинную передачу. Вперед. 30 минут сыграно в первом тайме. Марчук забрал мяч, тут же потерял. Но мяч отскочил Денису Комшину. Комшин играет через Лашу. Лаша на Язева, тот не понял. Не пошел на передачу. Опять начинают через центр, выходят игроки Ливадии. Передача во фланг. Опять второй номер с мячом. Бросает вперед 15 номера. Сейчас будет опять прострел и удар по воротам. Не получился. Харитонович выбивает мяч на Апита. Апит принимает мяч. Наши. По-моему, мяч попал в руки. Мяч попал в руку, но судья находился не так далеко, видел или не видел он. Бросают аут игроки Ливадии. Коля Марчук поборолся, нарушает правила. Ливадия будет пробивать штрафной. Владеют мячом игроки Ливадии. Вводят мяч в район, в район 11 метров была послана передача. Виктор Гусев набирает мяч в руки. Пускает его вниз, будет вести мяч, ждет открывания партнеров. И все же делает длинную передачу на Илью Медведева. Медведев принимает мяч. Вокруг него два зеленых игрока, в зеленой форме игрока, но он не теряет мяч, отдает Лебедеву. Лебедев делает длинную передачу на Язева. Тот не смог овладеть мячом, аут в пользу Ливадии. Бросает мяч, Ливадия вводит. Язев перехватил мяч, обыгрывает, но теряет мяч. Ливадия переходит в атаку, выбивает мяч. Виктор Гусев выбивает, мог игрок выйти один на один. Отбрасывают игроки Ливадии своему вратарю мяч. Тот не спешит, ждет. Точно отправляет на левый фланг своему игроку. Тот со своим защитником играет. Опять идет передача на Денис Комшин, забирает мяч. И неточной передачей отправляет мяч. Легче, наверное, было мяч выбить в аут. Но отправляет мяч за линию наших ворот. Будет подаваться угловой. У наших ворот. Мяч
подает на линию штрафной площадки. 16 номер подхватывает мяч. Но Язев выбивает мяч. Наши подхватили мяч. Мяч у Тихонова. Тихонов играет с Язевым. Язев делает передачу на Никиту Апита. И мяч уходит в аут от нашего игрока. Игроки Ливадии ведут мяч с аута. Теперь аут будет бросать игроки Ярви. Денис Комшин ведет этот мяч, вводит его на Никиту Апита. Никита Апит разворачивается на Марчука, входит в штрафную. Мяч опять Апит. Апит бьет поворотом, попадает в игрока. Отбивают игроки Ливадии. Ваут. Бросает Комшин аут. Язев на него. Мяч у Лаши. Лаша будет подавать. Подает. Мяч уходит на угловой. Лаша разыгрывает угловой с Комшиным. Комшин обыгрывает двух игроков. Подать не смог, уходит в угол. И опять мяч уходит на угловой. Лаша поднимает руку. Подает мяч. На вратарь. Игрок выбивает мяч головой. Лаша опять овладевает мячом. Опять делает передачу. Мяч у Язева. Язев бьет поворотом головой, но он стал легкой добычей вратаря. Мяч у него в руках. Бросает своему защитнику. Начинает атаку футболисты Ливадии. Язев борется за мяч. Пока игроки Ливадии перешли. Атакуют. Но Хританович перехватил мяч. Отдает на Апита. Апит упускает мяч в аут. Сейчас игра из аута возобновилась. До центрального защитника Ливадии. Тот выбрасывает мяч вратарю. Идет у нас 38-я минута матча. Счет 1-1. Ливадия атакует, переслал нашу половину поля. Мяч послан на нападающего, тот не успевает. Виктор Гусев начнет игру свободным ударом от ворот. Затягивается это дело, что-то долго. Наконец Виктор вводит, перебивает за центр поля на Язева, но тот такую передачу обработать не смог. Ливадия бросает аут. Ливадия продолжает на атаку. Хороший был выход, но Денис Куликов разгадал эту передачу и выбил мяч в центр. Наша бросает аут. Тихонов на Медведева. Медведев борется с игроком. И мяч у зеленых. Они разыграли быстро штрафную и довели мяч до своего вратаря. Вратарь опять выбивает мяч на нашего игрока. Вторую ошибку уже делает вратарь, выбивая мяч. Денис Комшин на Лашу. Лаша обыгрывает игрока, бьет поворотом.
на мяч уходит. Где-то в метре от ворот. Но вратарь вышел далеко. Если бы мяч пошел в ворота, наверное, был бы гол. Вратарь неспешно вводит мяч. Все время мяч выбивается в левую сторону на защитника. Тот опять не смог обработать. И Комшин будет бросать аут. Бросает на Тихонова. Тихонов не забрал мяч. Коля Марчук напугал центрального защитника. Тот мог отдать своему вратарю, но выбил мяч в угловой. Опять Лаша, грузинский легионер нашей команды, идет подавать угловой. Разбегается подача. Хорошая передача. Вратарь кулаками выбивает мяч. Тихонов в падении бьет по воротам, но не попадает в них. Счет остался прежним. 1-1. Идет 41-я минута первого тайма. Ританович не достает мяч. Выводит игрока почти 1-1. Удар. И счет становится 2-1. Счет становится 2-1. Опять истина. Или, как говорится в футболе, не забиваешь ты, забиваю тебе. Игрок Ливадии прошел по краю, обогнал нашего центрального защитника, вошел в штрафную и пробил Виктора Гусева. Счет становится 2-1. Вот видите, перед этим Тихонов имел опасный момент, пробил выше ворот, а здесь мяч попал в ворота. Счет стал 2-1. Ничего не предвещало гола, а он состоялся. Опять Ливадия атакует. Комшин забирает мяч, но игрок Ливадии нарушает правила, и Комшин будет пробивать или даст право этого пробития, наверное, Гусеву. Да, Гусев будет вводить мяч. Вводит мяч на Илью Язева. Язев зарабатывает аут в нашу пользу. Комшин ведет мяч. Бросается мяч с аута. Лаша подхватывает мяч, но было нарушение правил со стороны наших игроков. Ливадия ведет мяч в игру штрафным ударом. Отбрасывает своего вратаря. Не спеша играет Ливадия. На контратаках сумела забить два гола. Опять нарушают правила наши игроки. Денис Куликов. Опять в центре поля Ливадия будет пробивать штрафной удар. Капитан команды разыгрывает со своим защитником. Пошла передача влево. Владеют мячом игроки Ливадии. Мяч влево. Продолжают владеть. Перешли на нашу половину поля. Отдавая передачу, попал Николаю Марчуку в ногу и аут. Игроки в зеленой форме бросают. Ввел мяч с аута. Тапита. Мяч снова уходит в аут. Бросает аут. Игроки Ливадии. Обыгрывает 15-й номер наших игроков. Но кто-то нарушает правила. На последней минуте опасный штрафной будет пробиваться у наших ворот. 16-й номер мяча будет делать передачу. Два игрока в стенке. Дальше.
пробивается. Передача низом. Тихонов выбивает мяч. Игроки Ливадии на подборе. Теряют мяч. Тихонов. Опять потерял мяч, владея мячом. Ливадия. Перевод с одного фланга на другой. Второй номер активно играет в первом тайме. Обыграл Марчука. Будет делать передачу. Не двигается вперед. И выпускает мяч за линию ворот. Свободный удар от ворот. Табло показывает 45 минут. Сколько добавил судья, мы не знаем. Оказывается, добавил немного. Звучит свисток. Первый тайм окончен. 1-2. Команда Ярви проигрывает после первого тайма. Начинается второй тайм игры футбольного клуба Ярви и Ливадия У-21. Ливадия разыграла центра поля. Напомню, что счет 2-1 в пользу Ливадии. И второй тайм продолжился. В команде Ярви появилось два новых игрока. Вместо Лаши Кемукташвили вышел Дмитрий Гаминет. А вместо Никиты Апита вышел Владислав Смолин. В команде Ливадии, не знаю, замены произошли или нет, я вам постараюсь состав их назвать. Ливадия владеет мячом через своих защитников. В воротах Ливадии номер 12 Цветков Владислав, номер 27 Кяус Мартин, номер 23 Ласт Харлис, номер 2 Курушев Расмус, номер 3 Лип Марка, номер 10 Росалу Алекс, номер 16 Джумадил Алгер, номер 6 капитан команды Кусма Кристофер, номер 19 Преймон Мартра Пауль, номер 25 Лок Маркус. Сейчас штрафной удар будут пробивать игроки Ливадии. Будет подача в штрафную Ярви. Нет, разыгрывают игроки, сбрасывают мяч под удар. Но теряет мяч. Игрок левый мяч у Тихонова. Тихонов передает точную передачу на Илью Медведева. Илью Медведев врывается в штрафную. Идет с мячом и забивает гол. Сравнивает счет. Илья Медведев на 47-й минуте. 17-й номер футбольного клуба Ярви забивает ответный мяч. Счет становится 2-2 в пользу гостей. В пользу хозяев, извините. Продолжу называть состав команд. 15-й номер Нила Мартин. И запасные игроки. 30-й Королев Даниил, вратарь. Номер 5-й Мяндма Грегор. Номер 4-й Морец Веринг. Номер 33-й Коэло Стейтон, номер 17 Лепик Роберт, номер 20 Яковлев Иоанн и номер 11 Вяли Хендрик. Главный тренер команды Арго Арбитер, тренер Габриэль Гарсио Хаттер, тренер по вратарям Айн Тамус, врач Леван Демаури и тренер Чарльз Шкорни. Игра в центре поля капитана команды Кусма Кристофера. Тот в первом тайме выделялся владением мячом. Отдают назад своему защитнику. 23-й номер. Отдает капитану. Тихонов перехватывает мяч на Габинета. Габинет обводит игрока, но его свалили. Но судья Мартин показывает, играть можно. Игра продолжается. Опять с мячом капитан команды. Игра через право, дошла до центра поля, на правый фланг опять мяч переводится. Владеет мячом, катает его. Наши держат оборону.
Пока продвижения вперед нету между собой. Комшин перехватывает мяч, делает длинную передачу в никуда, можно сказать. Наверное, хотел перевести с фланга на фланг, не получилось. Мяч дошел до вратаря. Игроки Ливадии владеют мячом. Габинет пытался перехватить мяч. Опять мяч дошел до вратаря Ливадии Цветкова. Цветков выбивает мяч в середину поля на своего игрока. Пока точные передачи. В край пошла передача. Опять на капитана. Влад Смолин не смог отобрать мяч. Ливадия контролирует. Контролирует мяч. Тихонов немного подтолкнул, но нарушения правил нету. Габинет опять на Медведева. Медведев один на один. Опять завалили нашего игрока. Болельщики кричат, шумят. Но свистка от судьи нет. Ливадия начала атаку. Марчук сейчас нарушает правила. Свисток арбитра. Нарушение правил. Нашему молодому игроку делаются внушения. Разыграли штрафной. Пять через защитников играют. Пошла игра вперед, пересела нашу половину поля. Потеряли мяч. Опять свисток в пользу Ливадии. Штрафной удар. Почему-то наши игроки падают, свистка нету. А здесь все время Ливадия владеет мячом, но наш опять капитан с мячом. Передача на 27-го номера. Комшин первого мяча прикрывает мяч корпуса. И мяч уходит на лицевую линию ворот. Свободный удар. Виктор Гусев убивает мяч на Тихонова. Тихонов головой на Габинета. Габинет сбрасывает мяч. Ну, на нем фолят. Судья возвращает игру. Штрафной удар. Влад Смолин пробьет. Перевод на Комшина вправо. Комшин грудью останавливает. Врезается в него игрок. Лежит наш игрок. Игрока, игра не останавливается. Передача на Гусева. Денис Куликов, видя, что наш игрок лежит, выбивает мяч. У нас игра остановлена. Судья спрашивает у Дениса, может ли он возобновить игру. Аплодисменты Денису. И сейчас Ливадия, если будет учитывать игру фэрплей, должна вернуть наш мяч. Нам мяч, наверное. Наверное, не знают, что такое фэрплей. Денис Куликов выбил мяч, явно видя, что наш игрок лежит, получив травму. Комшин бросает аут на Дмитрия Габинета. Габинет на Тихонова. Тихонов чуть не успевает. Центральный защитник, как говорят, грузит вперед, но... Вне игры. Непонятно был свисток. Наши думали, что опять нарушение правил, а оказывается, боковой арбитр поднял флажок. Положение вне игры. Свободный удар. Денис Куликов играет на Гусева. Гусев
просит, чтобы открылись к нему, но он делает передачи вперед на Габинета, Габинет скидывает головой, зеленые игроки в зеленой форме забирают мяч. Вперед на нападающего 15 номера, с ним играет Лебедев. Хритонович помогает ему, вдвоем они забрали мяч. Тут же отдали его, мяч у Язева, Язев на Габинета, Габинет пока один, продвигается вперед. Но игроки Ливадия выбивают у него из-под ног, бросает аут наши игроки. Медведев с мячом играет в стенку с Габинетом, отдает Тихонову. Тихонов на линии штрафной, хотел протолкнуть вперед, наверное, надо бить поворотом. Будут удары, будут и голы, а нет ударов, и будут потери мяча. Мяч уходит от игрока Ливадии в аут, Комшин бросает аут. Язев принимает мяч, обыгрывает двоих игроков. Но те выбивают у него из-под ног в аут. Комшин ведет мяч из аута. Игра продолжится. Бросает мяч вперед, попадает к защитнику. Защитник подбирает мяч. Выбивает, но мяч у Влада Смолина. Смолин бросает вперед на хит Тихонова. И Тихонов забивает третий гол. 3-2 в пользу футбольного клуба «Ярви». Удачно. Удачно обработал Алексей мяч. В этом моменте обыграл игрока этой обработкой мяча. И протолкнул мяч мимо вратаря Ливадии. Теперь уже проигрывая 2-1, наши футболисты вышли вперед, счет 3-2, в пользу команды «Ярви». Ливадия начала с центра поля, начинает через опять защитников, теряют мяч. Дима Габинет с мячом на Смолина, Смолин, давая передачу, попадает в игрока. Мяч попадает в руки голкипера Ливадии. Тот начинает через край. 27 номер на нашей половине поля. Отдает недодачу 15 номеру. 10 номер в центре поля продвигается. Будет бить поворотом мимо ворот. Видимо, мяч попал в кого-то. Судья показывает угловой. Ливадия будет пробивать угловой удар. Два игрока у флажка хотят разыграть. Посмотрим, что будут делать дальше. Поднимают две руки вверх. Наверное, это какая-то комбинация. Там игрок толкает спину, но бьет головой. Неужели это опять не нарушение правил? Или можно руками толкать спину? Сейчас Ливадия вводит мяч из аута. Вверх передача на капитана, но Влад Смолин выиграл мяч. Тихонов, делая передачу на Габинета, попадает в руку игроку. Судья не останавливает игру. Ливадия перепасывает мяч между своими защитниками. Какая-то, на взгляд комментатора, какая-то игра, можно сказать, молодые ребята с Ливадии, но такая вяленькая, скорости не очень. Илья Медведев отдает передачу назад, почему-то не точно, на чужого игрока. И Роман Лебедев разряжает обстановку, выбивает мяч в аут. Наверное, нападающему лучше надо вперед играть все время. Коля Марчук перехватывает мяч. Быстро двигается вперед, но его догоняет 10 номер и выбивает мяч у него.
из-под ног. Опять пошла один в один. И счет становится 3-3. Передача за спину нашим защитникам с фланга. Счет становится 3-3 на 60-й минуте матча. Дальше начнут с центра поля. 3-3 счет. Смолин передает на Медведева. Медведев перешел на правый фланг, обыгрывает своего игрока. Двигается вперед, убегает от своих игроков. Но центральный защитник подстраховал. Начинает игру через капитана. Капитан через фланг. Забрали наш мяч. Лебедев выбивает мяч вперед. На Медведева тот находился в положении вне игры. И Вадя штрафным ударом, свободным ударом вела мяч. Отбрасывает своему вратарю. Вратарь правому защитнику, или это центральный защитник. Тот двигается вперед, отдает вправо. Там второй номер обыгрывает. Рома Лебедев играет корпус, но, по-моему, сейчас боковой. Судья определил больше, чем главный, что было нарушение правил. Левадия будет пробивать опасный штрафной. Будет, наверное, подача. Да, идет подача верхом. Комшин выбивает мяч. Подхватывает мяч один из защитников в край. Отдает передачу. Язев перед ним. Не сумел перехватить мяч. Идет мяч в центр. Опять вываливается один на один. Опять игрок выходит один на один. Что-то не в порядке сейчас у нас там в центре защиты. Гол забили перед этим один на один. Третий момент подряд за последние 5 минут. Только сейчас неточный удар нападающего привело к четвертому голу в наши ворота. Капитан владеет мячом. Левадия потерял мяч. Кабинет прессингует защитников. Опять шестой номер гостей с мячом. Потерял мяч. На кабинете фолит игрок Левадии. Штрафной удар. Ярви пробьет. Левадия атакует, опять толкает спину, но сейчас уже раздается свисток. Нарушение правил. Айталович ведет мяч, отдает право удара Виктору Гусеву. Тот, наверное, длинным ударом будет водить мяч. Мяч подхватывает на подборе капитан команды. Но Влад Смолин забрал этот мяч. Передает Медведеву. Медведев на Лебедева. Лебедев делает длинную передачу на Язева. Язев головой принимает мяч. Комшин забирает мяч, перехватывает. Обыгрывает двоих игроков. Вперед передача. Но ни Тихонов, ни Язев не поняли этой передачи. И мяч уходит на свободный удар от ворот. 64-я минута у нас идет. Счет 3-3. Левадия разыграла мяч у своих ворот. Опять отдают вратарю. И судья посчитал, что мяч не вышел из штрафной. Будут перебивать свободный удар. Посылает мяч вправо.
игрок Ливадии головой поднимает мяч, но от его головы мяч в аут уходит. И Ританович вводит мяч в игру на Медведева. Медведев ошибается. Опять назад передача пошла. И опять в контратаку побежали Ливадия. Но наши смогли выбить. Денис Куликов подстраховал и выбил мяч в аут. Бросает аут. Лебедев выбивает опять в аут. Игра возобновилась. 16 номер гостей владеет мячом. Вперед на это будет подача в нашу штрафную. Виктор Гусев набирает мяч в руки. Выбивает мяч вперед. Ну, тут наших игроков нету, не успели подключиться в атаку. Ливадия здесь свободно владеет мячом. Ливадия владеет мячом, играет обратно через своих защитников. В середине поля наши сели как-то низко. Все время игра идет через капитана. Сейчас центральные защитники катают мяч. Ищет партнера. Наши пока не атакуют. Габинет пытался перехватить, не смог этого сделать. Десятый номер дает мяч своему игроку. Опять назад. Наверное, соперник предлагает нам ничью. Передача во фланг. Обыгрывает Язева. Бьет по воротам, но Гусев ловит этот мяч. Сейчас у нас большой разрыв. Один Габинет впереди. А четыре игрока Ливадии уже отошли назад. Опять дальний вынос. И опять мячом Ливадия будет владеть. Ливадия готова ввести мяч в игру с аута. Делает это. На поле вышел комментатор по стадиону, объявил Роберт Лепик. Владеет мячом Ливадия. Наши пока не могут отобрать мяч. Пытаются это сделать. Держат оборону. Пока это не удается. 68-я минута у нас заканчивается. Счет 3-3. Ничья. Ливадия. Ливадия. Ой, красавец! Но крикун! Ногу сломали. Владела мячом. По мнению судьи, наши игроки нарушили правила. Штрафной удар метров. Разыграли, не стали бить, разыграли игроки. Передача в штрафную. Показалось, что могло быть пенальти. Выбивал мяч наш игрок. Но судья не посчитал, что был 11-метровый. Илья
Медведев, прихрамывая. Идет на свое место и аут. Бросают игроки Ливадии. Владеет мячом, обыграли Тихонова. Еще одного игрока обыграл второй номер, активный защитник. В первом тайме второй номер подключался все время вперед. И сейчас наши забрали мяч. Марчук делал передачу на Тихонова, не дошел. Теперь на левый фланг перешла игра, передача на 11 метров. Лебедев головой сбрасывает недалеко. Сейчас будет опять передача в штрафную. Влад Смолин выбивает мяч к центру. Подбора нет. Подбирают опять. Капитан команды подбирает, играет в стенку. Влад Смолин подобрал мяч. Тихонов выбивает мяч. Защитник ошибся на Габинета. Габинет взял, забрал мяч. Язев владеет мячом. Комшин подключается. Владеет Комшин мячом. И все равно теряет его. Но не точная передача. Наверное, не надо было фалить и получать эту карточку. Комшин получает вторую желтую карточку нашей команде. В центре поля необоснованное нарушение. Сейчас опять же будут владеть игроки Ливадии мячом. И плюс игрок получил желтую карточку. Ничего. Сам потерял мяч в борьбе. Можно было заработать аут. А в итоге фол и желтая карточка. Ливадия возобновит игру штрафным ударом. Передача на левый фланг. Комшин овладел мячом. Обманное движение. Бьет в игрока Ливадии. Зарабатывает аут. Игра продолжится с аута. Комшин бросает мяч руками на Дмитрия Габинета. Того валят. Того валят. И штрафной удар в пользу футбольного клуба Ярви пробьет Денис Комшин. Подача на Габинета. Габинет головой выигрывает. Но не успевает Илья Медведев к мячу. Марчук борется с 25-м номером. Опять мяч у капитана. Но Илья Язев забирает мяч. Тихонов забирает мяч. И в борьбе с ним капитан команды Ливадии нарушает правила. Штрафной удар. Команде Ярви готовится две замены. У кромки поля Александр Хлобыстин и человек-гол Григорий Типукин, как его называют болельщики. Они тут сидят недалеко от меня и скандируют Типукина на поле. Вот они уже у бровки поля. Ливадия свою замену проводит. Ярви, наверное, проведет после штрафного удара. Илья Медведев далековато, 40 метров до ворот, но Илья Медведев собирается бить по воротам, бьет, попадает в стенку. Аритоной от стенки мяч уходит в аут. И Илью Язева меняет Хлобыстин и Николая Марчука меняет Григорий Типукин. Семьдесят четвертая минута идет у нас.
Номер 18 Олександр Федустин. Ну там у тебя ля купальник с номером. Мели Николай Марчук. Я сиськатели номер. Капсумен Григорий Кипустин. После замен игра возобновилась. Лобысин сразу же владеет мячом. Подкате падает. Опять мяч у Хлобысина. Делает передачу на Типукина. 20 номер у Григория. Гриша. Заработал аут. Будет самого бросать. Он все знает, он далеко бросает. Сейчас мяч может полететь даже в штрафную. Да, это и происходит. Габинет. Не добрался до мяча. Хлобыстин тоже не добрался до мяча. И вводит вратарь гостей Цветков, вводит мяч своему защитнику. Пошла атака справа. Заработала Ливадия аут на нашей половине поля. Роман Лебедев на опережении играет и головой выбивает мяч. Опять же аут. Опять с того места бросает игрок Ливадии на своего игрока. Харитонович с мячом удерживает мяч, но упускает его в аут. Опять потихонечку продвигается к нам воротам за счет аутов. Опять Ливадия будет бросать аут на своего нападающего. Тот держит мяч. 15 номер обыграл. Входит в штрафную, но Влад Смолин выбивает мяч на угловой. Двадцать третий номер гостей. И будет подавать. Рядом с ним стоит игрок. Или будет разыгрывать этот мяч. Посмотрим. Разыграли мяч. И пошла подача в наши ворота. Роман Лебедев выбил мяч. Аут в пользу Ливадии. Возобновилась игра. Ливадия владеет мячом, но потеряла его. Мяч у Габинета. Напрашивается на Григория Типукина. Типукин с мячом двигается к воротам, но в подкате выбивает мяч в аут или в угловой. Не видно нам отсюда. Да, аут. Аут будет. Но Григорий бросает мяч с аута. Как угловой, он сейчас полетит прямо в штрафную. Так и происходит. Через себя пытался, по-моему, Дмитрий Габинет ударить. Не получилось. Надо отходить назад нашим ребятам. 78-я минута. Вратарь ведет мяч. Интересно сегодня посмотреть контраст такой. Кругом у нас куча снега здоровенные. Это то, что постарались работники стадиона. Вывезли снег, а на поле у нас снега нет. И играть, наверное, не так скользко. Может быть, в других местах и другие условия. У нас сегодня вполне можно играть в футбол. Ливадия вышла к нашим воротам. Передача в центр. 17 номер передает вперед еще. Наверное, будет удар по воротам. Нет удара, нет. Мяч у капитана. Капитан. Теряет мяч. И наши игроки выбивают его в аут. По 20 номерам появился команда Ливадии Ваня Яковлев.
воспитанник Селомяевского футбола, который поиграл уже где-то в Москве. На арбитрансе был сейчас на просмотре. С нами когда-то летом тренировался. И сейчас играет вот в первой игре за Ливадию 2. Или, как сейчас в Эстонии называют, Ливадия У-21. Игра продолжилась. Владеет Ливадия мячом. Лобысин перехватил мяч, но мяч остался у команды Ливадии. Капитан бросает мяч налево, в сторону штрафную. Куликов выбивает мяч в аут. Ливадия вводит мяч из аута. Комшин перехватил мяч, тут же отдал, опять перехватил и выбивает мяч в аут. Ливадия владеет, будет вводить мяч с аута, опять на своего капитана, шестого номера. Тот откидывает защитником, контролирует мяч. 10 минут у нас осталось до окончания матча. Наверное, все уже подзамерзли. Довольно-таки прохладно еще. Очень рано. Ливадия владеет мячом. Лобысин перехватывает мяч, отдает на Комшина. Комшин попадает в игрока Ливадии, но Габинет забирает мяч, двигается вперед, обыгрывает одного игрока, будет делать передачу, не делает ее на Хлобыстина, но Хлобыстин почему-то убежал уже за спину, можно было в стенку играть. Пять за спину нашим игрокам бросают. Опасный штрафной. Заработала Ливадия. И метров с 24. Шестой номер. Капитан команды у мяча. Наверное, будет бить створ ворот. Свисток арбитра. Разбегается игрок. Попадает в нашу стенку. Харитонович выбивает мяч. И дальше игроки вынесли мяч на чужую половину поля. Мяч еще владеют игроки Ливадии. Перекатывают мяч через своего вратаря. Опять перекатывают мяч. Но Хлобыстин нарушил правила. На чужой половине поля будет пробиваться штрафной удар. Игра у нас остановлена. Александр Хлобыстин получает третью карточку в этой игре, желтую, я имею в виду желтую карточку. И у нас сейчас остановка в игре, оказывает помощь доктор команды Ливадии 23 номеру, выводит его за кромку поля, сейчас игра продолжится. У нас на табло пошла 84-я минута. Вратарь пробивает штрафной удар. Мяч летит на нашу половину поля. Денис Куликов выигрывает мяч головой. Игрок Ливадии выбивает мяч в аут. Денис Комшин ведет мяч. Бросает аут. Григорий Типукин борется с 10 номером и зарабатывает аут для своей команды. Сейчас опять будет дальним броском
бросать в штрафную площадку. Остается не так много. Да, бросает его туда. Мяч пролетает всех игроков. Но выбили мяч. Мяч у Влада Смолина. Влад Смолин делает неточную передачу. Тихонов, пытаясь перехватить мяч, не овладел им. И игроки Ливадии начнут со штрафного удара. Разыграли мяч. Пошла атака вправо. Перешли на чужую половину поля. Играют между собой, контролируют мяч. Наши игроки. Хлобыстин подставляет ногу и потерял шестой номер мяч. Пошла атака Ливадии на наши ворота. 27 номер владеет мячом. Опять на капитана. Капитан обыгрывает Хлобыстина. Двигается вперед. Комшин не выбил мяч. Передача в штрафную. Илья Медведева мяч выбил, но не точно. Габинет борется, борется с мячом. Грубое нарушение правил, срыв атаки. Ну, судья почему-то дает карточки только в нашу сторону. Наверное, он в кавычках любит нашу команду. Назовем его Март Мартин. В одну сторону почему-то только карточки работают. Наши игроки владели мячом, потеряли его. Отдали чужому. Идет атака через центр. Но Илью Медведеву мяч. Илья Медведев обыгрывает капитана. Двигается по центру ворот. Будет делать передачу влево. Мяч доходит до Григория Тепукина. Но он находится в положении вне игры. Надо отходить нашим ребятам. Не так много осталось до окончания игры. Длинная передача на Яковлева. Яковлев обыгрывает Комшина. Но не смог переиграть Гусева. Хороший был момент. И Ливадия могла сейчас забить четвертый гол. Опять неточная передача. Харитонович сыграл. Второй раз подряд. Григорий Тепукин делает передачу в штрафную. Габинет останавливает этот мяч, но пробить поворотом не удалось. Не так много осталось до окончания игры. Сил уже не так много. Комшин перехватил мяч. Отдает на Габинета. Габинет идет. Обыгрывает 23-го номера. Наконец-то появляется карточка в руках арбитра. И он сейчас накажет 23-го номера гостей. Ну, подряд несколько нарушений правила. Сейчас уже, наверное, слишком явное было нарушение, что решился судья показать желтую карточку. Наш игрок лежит на поле, будет опасный штрафной удар. Вот сейчас есть момент, должна быть хорошая передача Комшину мяча. Есть вам возможность вырвать победу. Но наша команда дебютант этой лиги. И если будет первая победа, будет большой шажочек. Передача. Но мяч попадает в стенку. Яковлев подхватывает мяч. Комшин сейчас убежит. Комшин не догоняет Яковлева. Яковлев идет вперед. Харитонович. Мяч попадает в Харитоновича. Передача вперед. Ливадии в середине. Их почему-то очень много. Разрыв такой большой между нашей полузащитой и нападающими. Ливадия идет вперед. Опасные последние минуты матча. Передача вперед. Игрок забивает гол Ливадия. На 89-й минуте счет становится 4-3. И, по-видимому, наша команда первую игру
не сыграет ничью, а все-таки проиграет. Несколько потерь мяча с нашей стороны, и команда Ливади забивает четвертый гол, который может стать победным в этой игре. Последние минуты матча. Опять мяч у Габинета. Габинет борется, но сбрасывает мяч чужому игроку. Мяч Лебедев выбивает в аут. Ливадия проводит, наверное, тактическую замену. 90-я минута идет игры. Уходит 15-й номер. Происходит замена. Главный судья подходит к боковому арбитру. Наверное, подсказывает, сколько дополнительных минут он прибавит. На поле вышел 5-й номер гостей. Пошла уже 91-я минута. Давай, давай, вперед, что оставляешь? Поднимайтесь, Давай, Гриша, давай! Аут сейчас ведут игроки Ярви. Нам пока не видно, сколько минут добавил арбитр. Нигде это не обозначено. Игроки Ливадии неспешно вводят мяч, бросают его вперед. И Ярви опять бросает аут, переходит на чужую половину. Длинным ударом, высоким ударом выбивает мяч, разряжает обстановку. Игрок Ливадии. Идет дополнительное время, к сожалению, счет 3-4. Мы проигрываем первую игру. Хотя два раза выходили в счете вперед. Тихонов дает передачу на Типукину. Типукин на Тихонова. Тихонов на дальнюю переводит мяч. Там никого нету. Вратарь начинает игру от ворот. Ливадия владеет мячом. Вперед на нападающего. Рома Лебедев. Ваут выбивает мяч. Ливадия не спеша ведет мяч с аута. Бросили мяч в углу поля, углового флажка. Аут будет бросать. Или штрафной, не видно. Аут будет бросать игроки Ливадии. Бросают мяч в углу поля. Прикрывает мяч корпусом. Пытаются подать мяч в штрафную, но три человека падают, и мяч показывает, будет в сторону
пользу Ярви играться. Харитонович бросает мяч. Выбивает мяч вперед. Ливадия спокойно, тихо бьет мяч вперед. Очень большой разрыв у наших игроков последние 10 минут. Просто 6 человек, можно сказать, стоят сзади, на чужую половину не переходят. 4 защитника. 4 защитника. И, наверное, надо бросить все силы туда. Все равно проигрывают. Или 3-5, или 4-4. Все быть и туда. Длинная передача в район штрафной. Выигрывает Гриша Типукин мяч. Но раздается финальный свисток. Счет 4-3. В пользу команды Ливания. К сожалению, первую дебютную игру мы проиграли.